Приветствую вас. Агрессивное поведение вашего мужа и агрессивное поведение любого человека всегда связано с его внутренними личностными конфликтами, которых человек переживает в той или иной ситуации и которые на него негативно влияют, вследствие чего человек и, собственно говоря, испытывает на себе давление и, как следствие этого давления, как следствие его, становится то, что человек не справляется и выпускает агрессию, в том числе и на вас. Значит, в вашем случае, в вашей ситуации, ситуация складывается так, что мужчина, именно когда вы чувствуете себя определенным образом, начинает проявлять негатив. Связано это с тем, что либо он боится того, что произойдет, по его мнению, в случае, если вы будете продолжать себя плохо чувствовать, либо он теряет что-то сам для себя. То есть у него есть вот это вот страх потери того, что ему нужно лично для себя. И в таком случае он довольно эгоистично настроен по отношению к вам, к сожалению. В таком случае мужчина думает только о себе, и вам в этом контексте предстоит с ним либо разговаривать, пытаясь донести до него то, что какое-то поведение для вас неприемлемо, либо, если вы не хотите этого делать, то, соответственно, отдаляться от него и, значит, уже смотреть, что вы можете сделать для того, чтобы направить его на правильный путь. В случае, если мужчина действительно чего-то боится вдруг, то желательно, чтобы вы с ним поговорили мягко, спокойно, с целью выяснить у него, почему он ведет себя агрессивно, когда вам плохо, чем продиктовано его поведение. Предупреждаю сразу, что разговаривать придется не один раз, и, к сожалению, не два, скорее всего, больше.
И вам нужно быть к этому готовы, если вы хотите эту проблему решить. Также наиболее быстро проблема решится в том случае, если вы действительно выберете эксперта на нашем ресурсе и подробно изложите свою проблему, историю своего брака, именно для того, чтобы мы могли вам помочь, потому что пока для анализа довольно мало информации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!